дорогу спасибо. Да, за дорогу спасибо. Да. Меня Костя прям в этом году, ой, да. Мне прям нравится Крым, дороги какие, вот это вот Симферополь, они все ездили, понравились прям, и рестораны хорошие есть. Все, закончилось межводное, вот там вот соленое озеро. Здесь раньше заправка была. Ага, да, была заправка. Что-то тоже строят. Хороший пляж, чего он и эти беседочки есть, и все. Все как надо. И люди вон живут, прям палатка. Конечно, если есть вода, туалеты, кафешка какая-то, хоть что-то. На Беляусе это шикарное место, но там же ничего нет. Да? Вот кто-нибудь взялся бы, да? Я думала, что доберутся туда. Ну, доберутся. Загребущие. Доберутся. Понимаешь, ладно, понятно, что он вышка нефтяную видно, он отсюда стоит, море. Понятно, что, конечно, все это деньги, все это, но хотя бы делали что-то. Они просто бабки отмывали, не просто воровали. Делиться с народом можно, что-то делать. Да, что-то для людей хотя бы делать. Рот заткнуть. А то все только до себя, до любимых. Ой, и ведь душатся, душатся за деньги. Я говорю, на том же свете карманов-то нету. Вот, ну, как люди? Или уже такая жадность? Не повезло, не летают сегодня. Да, не летают сегодня. Ну что? Вот видите, как меня Оксаночка накатала сегодня. И тошнит? Нет. И в межводное съездили. Привезла меня. Поехала по своим делам. Пока. А я иду на пляж. Тут возвращаться неохота на пешеходный переход. На поехала. Так, сейчас я тут проскочу. Сейчас еще девчонок надо как-то найти, потому что мы пока прокатались с Оксаной. Где там девочки-то питерские? А тут вот, видите, сколько вон камер целая. Да, их надо сажать кучкой, они лучше смотрятся. Ну ладно, мы свои тоже пересадим. Так. Так, где же мне их теперь искать? Ух, я, наверное, сегодня и не уложусь в одно видео. Не знаю, кто-то завидует тем, кто живет на юге. А я завидую людям, которые приезжают отдыхать. У них столько эмоций, ожидания этого отдыха, да? Дорога сюда, сам отдых. А тут
просто живешь. И это совсем другое. Тут больше, чем здесь. Где ж мои красотки? Так надо искать. Так, ладно, пошла я их искать. Ну что, не нашла я девчонок. А у меня мобильный интернет-то не подключен. Ну ладно, не бывает так, чтобы за один день и то тебе, и это. Чтобы все получилось. Ну ладно, они еще тут не последний день. Увидимся. Не забывай. Надо пойти купить кабачков. Чего-то есть-то надо. Может, фруктиков каких? Солнышко шпарит. Так. Так, где же мне их теперь искать? Ох, я, наверное, сегодня и не уложусь в одно видео. Не знаю, кто-то завидует тем, кто живет на юге. А я завидую людям, которые приезжают отдыхать. У них столько эмоций, ожидания этого отдыха, да? Дорога сюда, сам отдых. А тут просто живешь. И это совсем другое. Где ж мои красотки? Так надо искать. Так, ладно, пошла я их искать. Ну что, не нашла я девчонок. А у меня мобильный интернет-то не подключен. Ну ладно, не бывает так, чтобы за один день и то тебе, и это. Чтобы все получилось. Ну ладно. Они еще тут не последний день. Увидимся.
Не забывай. Надо пойти купить кабачков. Чего-то есть-то надо. Может, фруктиков каких. Солнышко шпарит. Смотрите, розочки, какой цвет интересный. А я купила себе вот такую штуку. Не в жизни догадаетесь, что я из нее буду делать. Я и сама плохо представляю пока. Но вот увидела и прям в голову мне стукнуло. Жалко, да, девчонок не нашла. Ладно. Сколько розочек разных. Обезображенный храм. А ведь такая редкость в готическом стиле. Хоть бы взялись и сделали по-человечески. Так, ладно. Дошла я до овощей. Как хорошо, что я не успела уехать. Звонит Марина. В общем, я до них не дошла. Ну что, иду назад. Сейчас опять на пляж. Правильно, то неделями не бываю, а тут вот так вот. Так, надо сейчас посидеть на лавочке, перекурить. На пляже же теперь никто не курит. Сейчас. Боже ж мой, наконец-то у кого-то хватило ума сделать памятник вот таким. А то был ужасного цвета, выкрашен под золото. Кошмарный. Вот, а теперь стоят мальчики как надо. Каменные. Так, вот. Вот лавочка. Сейчас. Ну вот, Катюшка уже встретила с Алисой. Сейчас найдем и остальных. Жарко. Охлаждаетесь? Жарко. Да. Так. Кирилл, помнишь их тиандр? Вова, возьми водичку, пожалуйста.
Ихтиандр все время весь в детях. И не только в детях. О! Ага. Вон они руками машут. Немножко я до них не дошла. Поприкрывались. Во всех ты, душечка, нарядах хороша. Ой. Привет. Ой, привет. А я чуть-чуть до вас не дошла. Ходила-ходила, вот тут ходила-ходила. А мы сегодня припозднились. Мы что-то сегодня собирались. Мы вчера с экскурсии. Да я ж в курсе. И мы там пришли, уже все занято. Мы обычно вот там 17-18. Вот это вот. Какие у тебя очки вообще. Ну я ж сумасшедшая до очков, как и ты. Глаз не оторвать. Просто. И серьги какие у нее. Прям и все. Ой, это у меня на каждый день. А ногти какие? Твою мать. Серьги-то. Ну ладно, хоть увиделись. Так, ладно. Там этот мужчина со мной. Его не выставляют. Да, я его не снимала. Телопуся. В море купается. В море купается. Здрасте, это Дмитрий. Как хорошо в тенечке вот этот парк веревочный. Красота. Ну все, наболтались. Иду сегодня с пляжа от девчонок. Ну и чего-то там в этих палатках-то смотрела. Смотрю, лягушка. Вот такая. Игрушка-пищалка. Девчонки, и мне прям стукнуло в голову. Думаю, а что, если сделать из нее светильник? Ну, купила, приехала. Вон, еще пыль на ней, как она там в палатке лежала. Сразу побежала в сарай искать. Ну, чего, сделала светильник. Сумасшедшая женщина. Вот он мне нужен? Нет. Но вот мне показалось прикольно сделать вот такой светильник. И я его сделала. Ой, ну смешной. Кому надо, вышлю. Все горит как положено. Сейчас вам покажу. Ну, конечно, надо бы лампочку просто поаккуратнее сюда, поменьше. Ну, само по себе просто. Вот это у меня что было, то я и вставила. Ну, горит. Я еще думаю, знаете что? Я что думаю, нужно, наверное, туда гипсику залить. Ну, потому что немножко перевешивает, лапки задние отстают так немножко от стола. Надо, чтобы она потяжелее была. Вот, ну, да, нормальные бабушки ходят, там себе тапочки выбирают, шляпочки. А это... Ну, это уже не исправить, ничего с этим не сделаешь. Так, уже спрашивали меня о наследстве. Сообщаю вам. Марина моя дорогая не успела приехать из Турции. Я ей отправляла доверенность, там документы все. Она уже сбегала, уже все, и мне уже деньги перевела. Вот, в общем, получилось около 20 тысяч без копеек. Потому что квартиру свою мама отписала внуку. Вот, а мне... Вот такая вот сумма. Это я во избежание всяких вопросов. Не разбогатела.
Ну, ведь у кого как-то по жизни. Кому-то дома, машины, у всех же разные родители. Спасибо, мама, за это. Царство тебе небесное. Вот, вот такие вот новости, мои дорогие. А, еще чего хотела сказать. Я немножко расстраивалась, думала, что вот в свой юбилей я буду одна. Уже думала, может быть, поехать к Мише в Севастополь. Вот, но девочки меня сегодня прям... Ты что? Нет, мы вот приехали, все. Где будем, у нас или у тебя? Я говорю, конечно, у меня. Сказала я, не обдумав. Ну, просто вот сейчас надо будет заняться. Тут бардак поубирать, да вот это все. Их много. Ну, прилично. Сколько их, наверное, человек 5 будет. И Алиса маленькая. Вот, так что... Будем справлять юбилей мне. Ну, я сниму, конечно, вам покажу. Так, спасибо, мои дорогие. Я читаю комментарии. Спасибо, что смотрите, что комментируете. Ну, а я как живу, то вам и показываю. Вышло на закат, солнце спряталось. Наговорила 5 минут. Смотрю, а у меня не записывается ничего. Да твою мать! Я так не люблю вот это повтор. Я, во-первых, не помню уже, о чем я говорила. Ой. Ну как вот это? То ли забыла нажать. Ой. Ну ладно, смысл был в чем? Что прислали мне песню Розенбаума на 7-м десятке. Очень умная, душевная песня. Ну, он человек умный. Не отнять этого. Грустно стало, да еще вот вокруг. Вон у Марины мамверочка стала старенькая, совсем обижается. У Ларисы Артамоновой беда, мама сильно очень заболела, прям сильно. Очень хочется верить в то, что образуется все. Но бывает же. Бывает, врачи скажут все человеку, конец, а он выживает и живет. Но очень хочется в это верить. Грустно это все. Вот. Но будем надеяться на хорошее. По-другому иначе жить нельзя. Вот. А я сегодня, кроме лягушки, ничего не сделала. Ну, вернее, как не сделала? Нет, весь день я проковырялась. Вон сюда землю таскала, вон засыпала. Еще надо засыпать в ямочки во все в эти. А то как дождик пройдет, так лужи тут не пройти. Ну, в общем, занималась всеми делами, но руками ничего не сделала. А потому что у меня проблема. Я вот Александре не могу сделать заказ ее. Думала, есть основа для кольца, для большого, а нифига нету. Давно не делала и забыла, что нет. И резинка плохая для браслета. Ну вот если завтра в Черноморске не куплю в Золушке, то придется ехать в Симферополь или в Севастополь, потому что ближе не найти мне нигде. Вот. Конечно, далеко, весь день угробить надо, устанешь, но
все равно придется. Еще про что говорила? Господи, про что еще я говорила? Не помню. Не помню. А, еще говорила, мои хорошие. Ну, что не снимаем видео-то? Ну, вот последнее видео так прям совсем коротусенькое. Ну, что ж, вам жалко? Или вы боитесь, может, что вас кто осудит? Да бросьте вы. Это интересно, трогательно. Ну, да просто вот, господи, выйдите на улицу, да поснимайте, что у вас вокруг. Ну, а особенно это интересно, места такие, которые далеко от нас. Ведь сейчас такое время, особо не попутешествуешь. Хоть так посмотреть. Девочки, мальчики не снимают ничего. А мужской взгляд на жизнь, он другой. Тоже очень интересно бы посмотреть. Может, не у всех телефоны такие, которые снимают. Ну, может быть и так. Хотя у нас же у всех есть дети, которые отдают нам телефоны. Или вам не отдают? Я так просто вот только так вот и живу. Дай Бог здоровья детям. Ладно, зайки, давайте. Нету солнышка. Было, главное, было. Я еще выходила, сыпала землю, то было солнышко. На тебе. За тучки, за какие-то там, за облака спряталась. Ну, ладно, не хочет. Не хочет показываться. Ладно, мы подождем до завтра. Давайте, мои золотые, пусть у вас все будет хорошо. Сами не болейте, здоровья всем. Ну и, как я говорю, гармонии с собой. Когда ложишься спать, и у тебя, ну, совсем не может быть спокойно на душе. Ну, во всяком случае, я вот, знаете как, я считаю, что если я ничего плохого за день не сделала, ни с кем там не поругалась, да? Не соврала никому. Ну, вообще, никакой там что-то плохого никому не сделала. Значит, все хорошо. А переживаешь, конечно, за детей, за внуков. Без этого никак. Но так вот, чтобы на душе было спокойно в этом отношении, я вот стараюсь так жить. Хотя вот завтра пойду платить за вывоз мусора. Наверное, придется ругаться. Наверное. Ну ладно, я схожу завтра, а потом вам тогда расскажу, пришлось мне ругаться или нет. Ну и все, наверное. Наверное, давайте. Уже опять наболтала на 6 минут. Все, давайте, зайки мои, пусть все будет хорошо. Давайте постараемся, ладно? Я понимаю, что не все от нас зависит, но мне кажется, что внутренний настрой все равно какую-то роль играет. Я сейчас пойду видео монтировать. Сегодня наснимала много. 2 видео получилось. Ну, получается. Сейчас пойду смонтирую. Да надо отдыхать, помыться. Вся мокрая тут возилась, мусор выносила. Да с этой землей. Давайте, зайки мои, хорошего вам вечера. И спокойной ночи. Я вас обнимаю всех, целую. Вот, девчонки, если бы от меня зависело, вот честно вам говорю, вы были бы все богатые и здоровые, и все у вас вокруг были бы богатые и здоровые. Телефон отказывается снимать. Выключается.
Ну, наверное, память забилась вся. Все, давайте, мои хорошие, спокойной ночи.